Всем привет, ребята! Сегодня у нас топ-10 крутых игр в Roblox. И начнем мы с игры под названием Brookhaven. Здесь ролевая игра, где можно найти маму, сестру, брата, папу и т.д. и т.п. Ну, любого. И можно питомца, кота, собаку, кого хотите. И тут можно создавать персонажей, которых вы хотите. Ну, по вашему вкусу. Чтобы вам было приятно играть, у меня вот такой персонаж, смотрите. Как я уже говорила в первом видео про Roblox, называется скины. Кто не видел, обязательно посмотрите и поставьте лайк, потому что прикольное видео про паркур. Здесь можно делать дома. Давайте-ка я вам покажу один из домов, который у меня есть. Здесь абсолютно все бесплатно, но можно купить за робоксы, конечно. Ну, по-моему, в каждой игре можно что-то купить за робоксы. Потом создадим дом с тобой. Смотрите. Ну, допустим, вот такой вот домик. И вторая наша игра, это будет Father Family. Так, играть. Я, пожалуй, стану Фениксом. Это игра. В этой игре можно стать любой птицей на ваш вкус и сделать цвет на ваш вкус тоже. Так, давайте я стану тоже какой-то розовый. О, фениксы появляются вот здесь. Здесь ролевая игра. Можно тоже искать, как и в Brookhaven, маму, папу, т.д. Но тут можно исследовать мир. Это очень классная игра. И опять же повторюсь, птицы здесь очень красивые. Смотрите, какой феникс тот же самый красивый. Есть разные виды птиц. Даже вороной стать здесь можно. Воробьем. И мир здесь очень красивый. Можно его исследовать. Давайте поисследуем. И третья игра по счету у нас, это игра «Побег от Квин в пустыне». Классная игра, тут можно играть от первого лица, советую, убегаешь от блогеров здесь. Меня сразу убили. И тут нужно собирать ананасики, чтобы сбежать отсюда. Прикольная игра, советую. Посмотрите, как я убегаю. Четвертая игра у нас по счету, это создатель аватаров каталога. Давайте создадим персонажа. Ну а пока я делаю, я вам расскажу про эту игру. Это игра для творческих людей, а точнее, которые любят делать скины. И тут можно на любой вкус и цвет сделать скин. Ну что ж, давайте посмотрим, как я его сделаю. Пятая игра по счету, это Adopt Me. Здесь можно искать петов, собирать деньги игровые, и можно стать родителем или ребенком. Давайте я бэби.
Ляпаси. Забрать ежедневный подарок. Игра прикольная тем, что здесь есть персонажи, ну, можно сделать персонажи, которые тебе нравятся, могут понравиться. И можно сделать легендарок. Я тут играла недавно. Покинуть дом. Давайте походим по этой игре. И шестая игра по счету – это «Не нажимай кнопку 4». Она интересна тем, что здесь каждый раз меняются задания. Вот, допустим, то же самое. Дойдите до конца, не прыгая. Это же самое, что и лобби без прыжков, но это на самом деле не так, потому что здесь меняются задания. Нужно тыкать кнопку, чтобы появилось новое задание. Это Spray Paint. Здесь это игра для творческих людей, ведь здесь можно рисовать, что ты захочешь. И это очень прикольно. Давайте же посмотрим, как я нарисую девочку какую-то красивую. Восьмая игра по счету – это «Небесные башни». Тут нужно проходить такой мини-паркурчик. Есть, возможно, вы видели мое видео про «Небесные башни». Есть один прыжок, а есть двойной прыжок. Давайте попроходим. Это девятая игра «Небесные всадники». Если вы видели, то на моем канале эта игра уже есть, но видео про эту игру. А если не видели, то почему? Зайдите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и посмотрите это видео. Так, это игра про лошадей. И здесь можно сделать лошадь, которую вам нравится. Такая вот у меня лошадь, давайте заспавним ее. И вот наша лошадь заспавнилась. Давайте сделаем дикий режим. Снимем седло и включим дикий режим. Ну что ж, эту игру можно исследовать и бегать по ней, чтобы собирать вот эти вот голубые штуки. И XP это вроде называется. Не знаю. Смотрите, какой красивый мир здесь. Последняя игра у нас – это «Забытые миры». Это игра про волков. Здесь можно стать любым волком, который тебе нравится. И даже охотником на волков, но не советую. Хочу волком. Волком прикольный, наверное. В этой игре можно исследовать мир. Кстати, прикольный и красивый. И можно стать волчонком маленьким. Давайте станем каким-то волчонком. Давайте вот этим. Прикольно. Здесь можно бегать. А можно просто ходить. Сидеть.
и много-много всего разного. Что ж, давайте посмотрим этот мир. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. И спасибо всем за просмотр. Всем пока!